Друзья, всем огромный привет! Значит так, у нас неожиданно сейчас будут гости. Я хочу показать, что я готовлю очень быстро, оперативно и чтобы это было вкусно. Поэтому тут уже куча у меня всего приготовленного. Сейчас все буду подробно рассказывать, показывать. В общем говоря, началось. Все набегом. Значит, тут что у меня? Как-то варила борщ, стоит, капуста скучает в холодильнике. Я ее мелко-мелко сюда порубила, добавила крабовые палочки. Зелень замороженная, хорошо, что есть. Кукуруза. Здесь у меня плавленый сырок натерла. Достала замороженный зеленый лук. Тут морковка размерзается. Почистила чесночок. Майонез уже в полной готовности. Тут у меня отваривается, яйца, что-то они не кипят. Поэтому сейчас по-шустренькому, на улице ночь. Ай, ночка темная, привет. Огоньки так везде горят. Не, только мою кухню видно и меня. Привет. Так, ну что, кстати, да, показывала в прошлом видео. Шоколад я покупала с грушей. Сейчас обложку вам покажу. Такой вкусный. Я, правда, молочный шоколад не особо. Но груша тут вообще ням-ням-ням. Так, тут у меня помытая картошечка. Сейчас мы ее тоже быстро-быстро приготовим. Картошечку я порезала на 4 части. Добавила соль. Сейчас немножко паприки, как получится. И сушеный чесночок. Все хорошенько перемешаю. Парам-папам. Неожиданно, конечно, пришли гости. Скоро придут, вернее, гости, но ничего, мы все успеем. Так, высыпаю картошечку на противень. Распределяем. Она сырая, уже красивая. Я поливаю быстро растительным маслом и ставлю в духовочку. Духовку уже включила. Тын-тын. Пусть готовится. Ну что, девочки, мальчики, миссия выполнима. Так, сюда, где у меня зеленый лук, плавленый сырок, морковка, сырая морковка. Я буду натирать чесночок. Вот, потерли чесночок. И сейчас пару яиц на крупной терке. Они горячие, но просто уже гости на подходе. Поэтому все, бегом-бегом. Все, бегом-бегом. А что, новогодние праздники это и предусматривают. Так, дальше. Сейчас все хорошо перемешаем. И заправим майонезом. Так, достаю мои тарталеточки. Сейчас их будем наполнять. Что-то я их тут повысыпала сейчас. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Так, нам еще осталось порезать яйца в салат. Который с крабовых палочек. Но все набегом, все импровизация. Как бы говорится, слепила из того, что было. Что есть, то и хорошо. А мне всегда нравится такая импровизация. Если что, раз-раз. И всегда блюда получаются не по рецепту, а какие-то новые. Так, яйца порезала сюда. И, в принципе, уже как бы по салатам и все. А, тут ложка есть. Сейчас все хорошо перемешаем. Начинаются у нас миски оливье, миски салатов. Интересно, как будет с белокочанной капусты крабовый этот салат. Ну, посмотрим. Теперь заправлю майонезиком. И хорошо перемешаем. Вот салатик и готов, по сути дела. И
Итак, показываю то, что я быстро-быстро на скорую руку приготовила, хотя мы уже собирались отдыхать. Значит, картошечка, импровизированный крабовый салат с белокочанной капустой, вот такие вот тарталеточки с сырой морковкой, чесноком, плавленым сыром, зеленым луком, ну просто очень вкусно. Рыбка жареная, хорошо, что была, нарезка с колбаски, хлебчик. Потом порежу фрукты, ну, чуть-чуть печенья есть, зефирки есть, сок есть. Поэтому вот такой вот у нас получился стол, если неожиданно придут гости. И что еще хочу сказать, у меня остался салат и вот эта вот сырная вот эта заправочка. Я сложу в холодильник, вдруг завтра еще кто-то придет в гости. Просто, или же если съедят, тогда еще доложу, но вот так вот буду в холодильнике хранить. Поэтому вот так вот, мои хорошие, праздники начинаются, гости могут неожиданно приходить в гости. Поэтому по-быстрому, по-шустренькому, то, что я приготовила, я решила поделиться с вами. Вот так вот и хочется сказать, началось. Поэтому начались все новогодние, рождественские праздники. Мои хорошие, я вам желаю, чтобы они были классные, веселые, чтобы вы были в гостях, к вам приходили гости, и все у всех было хорошо. А мы с вами обязательно увидимся в следующем видео. Всем пока-пока, мои хорошие.